Всем привет! Сегодня будем вязать вот такую простую лаконичную регланную линию. Состоит она из 6 петелек, 2 из которых идут по центру, и по 2 петельки с каждого края перекрещиваются с одной стороны с наклоном влево, а с другой с наклоном вправо. И, соответственно, делаются прибавочки с каждой стороны. Количество центральных петелек можно уменьшить или увеличить на ваше усмотрение. Этот узор для вязания реглана сверху, так как здесь мы делаем прибавки. Вяжем основным узором до линии реглана. У меня это лицевая гладь. Вы вяжете тем узором, который у вас на изделии. Остановились, не довязывая 2 петли от центральных петелек. И сейчас мы эти 2 петельки будем перекрещивать с наклоном влево и делать прибавку. Первую петлю переснимаю на правую спицу. Вторую петлю провязываю. И делаю прибавку, достаю петельку, подцепляю лицевую петлю из нижнего ряда за левую стеночку, накидываю ее на спицу и провязываю лицевой. Далее берем петлю, ту, которую мы снимали, не провязывая, подцепляю левой спицей по лицевой стороне и меняю местами вот с этими двумя петлями, которые мы провязали. Переснятую петлю провязываю лицевой. Далее у нас 2 лицевые, которые идут по центру. Они у нас всегда вяжутся лицевыми, без изменений. Идет у нас такая вот полосочка. И теперь с другой стороны нам тоже нужно будет перекрестить петельки. Теперь уже с наклоном вправо и сделать прибавку. Первые 2 петли мы меняем местами. Вторую подхватываю правой спицей и меняю их местами с первой. Вторая петелька перекрещивается перед работой, и обе петли поочередно провязываются лицевыми. Делаем одну прибавку точно так же. Лицевую петлю из нижнего ряда подхватываем за переднюю стеночку и за заднюю стенку провязываем лицевой. Провязали все петельки реглана. Дальше вяжем по узору. И далее, если у вас поворотное вязание, с изнаночной стороны все петли линии реглана провязываем изнаночными. До регланной линии вяжем тем узором, который у вас идет в вашем изделии, которое вы вяжете. И петли реглана с изнаночной стороны провязываем изнаночными петлями. Если вяжете в круговую, то в следующем ряду вы провязываете эти 6 петелек лицевыми петлями, а прибавки делаете уже через ряд или как у вас рассчитано. Вот такая простая, красивая у нас линия реглана получается. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!